28 января в 12 часов губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным программным обращением к жителям региона. Впервые программное обращение главы региона пройдет в новом формате. Оно будет совмещено с отчетом о результатах деятельности областного правительства, ежегодно зачитываемого перед депутатами Московской областной думы. Порядка 250 человек пришли в детскую школу искусств на встречу с главой Ленинского муниципального района Олегом Хромовым. Это уже вторая по счету встреча с населением, проходящая в формате семинара. Разговор получился заинтересованным и конструктивным. Было задано немало важных вопросов, и главное, на них были получены конкретные ответы. Видновская школа номер 2 торжественно отметила свое 65-летие. В мероприятии приняли участие глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, начальник управления образования Дмитрий Волков, коллеги из других муниципальных образовательных учреждений, выпускники и те, кто работает и учится в школе сегодня. На сегодняшний день в школе обучается около 600 учащихся. В учреждении накоплен большой опыт организации различных видов познавательной, исследовательской, творческой и проектной деятельности учащихся. Глава муниципалитета Олег Хромов и председатель Совета депутатов Валерий Венцель поздравили студентов Ленинского муниципального района с Днем российского студенчества. «Сегодня у вас есть отличные возможности для самореализации, воплощения в жизнь всех своих замыслов и планов. Залогом этого служит ваша общественная активность, постоянная нацеленность на успех и высокий результат. Пусть победы и отличные знания станут вашими спутниками на жизненном пути. Крепкого вам здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях».